Роман Крыловский, я мастер по практикам дыхания. И сегодня я бы хотел дать вам технику. Дело в том, что ко мне приходят люди на занятия, многие не знают, что они хотят. Просто приходит человек и говорит: я хочу, чтобы жизнь моя стала лучше. Я спрашиваю: зачем? Зачем, чтобы вам стала жизнь лучше? Что, как она стала лучше? То есть, что бы вы хотели, чтобы у вас в жизни улучшилось? И очень часто слышу: не знаю, ну вот хочу улучшить ситуацию, даже не знаю как. Смотрите, дело в том, что многие проблемы происходят у нас, происходят из-за того, что наше внимание зафиксировано на каких-то негативных мыслях, на каких-то негативных зонах. То есть мы думаем о том, что не должно происходить, о том, что нам больно, о том, что нас тревожит, и по сути мы запитываем через наше внимание, нашей энергии, эти негативные мысли и тем самым формируем события. И получается, человек не может выбраться, потому что он думает о плохом, это происходит, он еще раз думает о плохом. Что я предлагаю? Если ты точно не понимаешь, как сделать, как улучшить свою жизнь, то есть одна интересная техника. И это техника перенастройки внимания на положительное. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно вытащить наше внимание из негатива и зафиксировать его на позитиве. Просто на позитиве. Практика себя показала блестяще, потому что она работает 100%. Единственное, что нужно учитывать, фактор времени. То есть, должно пройти какое-то количество времени для того, чтобы в вашей жизни начала происходить коррекция. То есть, корректировка событий. Даже если вы не знаете, как это сделать, как улучшить, что вам нужно. Техника называется «Список позитивных событий». Список позитивных событий. Очень интересная вещь. Смотрите, вы начинаете... Проходит день, и каждый вечер вы заводите тетрадь позитивных событий, и каждый вечер вы пишете только положительное, что произошло в течение этого дня. Только положительное. Даже если целый день у вас был просто на жестком негативе, вы этот негатив просто пропускаете и пишете, что было хорошего. По пунктам. Первое, например, еда была вкусная сегодня, хорошо поужинал, интересно приготовили, там, или близкий человек интересно приготовил, мне понравилось, или там хорошо пообедал, или был дождь, все-таки тучи расступились, я увидел солнце, это запомнилось мне. И нужно из всего дня вычленить, найти только плюс. Первое – плюс, что было? Второе – плюс. Третье плюс, вы пишете, что у вас было хорошего. С самого начала, вот как опыт показывает наш, с самого начала очень сложно набрать несколько пунктов. Вроде весь день был плохой, но на следующий день вы уже, на следующий день формируете новый список. И что было в этот день? На следующий день у вас уже позитивные события начнут прибавляться. На несколько пунктов или на один. Таким образом, вы делаете эту практику в течение двух недель каждый день. То есть вы заводите тетрадь примерно на две недели. И в этой тетради пишите только позитивное, только положительное, что было в течение дня. Таким образом, каждый день вы при помощи списка положительных событий фиксируете свое внимание только на положительном. Вы ищете эти моменты положительные, что было сегодня хорошего. В итоге вы заметите, что за несколько дней в течение дня начинают прибавляться события, которые начнут вас радовать. Их все больше и больше и больше. Таким образом, вы просто выравниваете свою линию жизни на плюс.